В Одессе решили сформировать специальное подразделение для борьбы с организованной преступностью и ворами в законе. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции по Одесской области. Новая структура войдет в состав областного главного управления нацполиции и будет называться Управление стратегических расследований, а набор сотрудников стартует уже в ближайший понедельник и продлится до 5 августа. Претенденты должны иметь опыт работы в оперативных подразделениях полиции от 3 лет для руководящего состава, опыт работы в оперативных подразделениях от 7 лет и 3 года на руководящих должностях, опыт документирования преступных организаций и группировок. Одесса не единственный город, где будет создано такое подразделение. Отделы сформируют в Харьковском, Львовском и Днепропетровском регионах, а также в Киеве. Первый замглавы нацполиции Украины Вячеслав Абрыскин, комментируя инициативу, заявил, что первоочередной задачей нового подразделения станет борьба с преступными организациями, криминальными авторитетами, ворами в законе. Объединение усилий этих подразделений с возможностями других служб криминального блока полиции позволит эффективнее противодействовать криминогенным факторам в государстве, резюмировал Абрыскин.